Из 18 первичек Брестской областной организации Белорусского товарищества инвалидов по зрению в игре «Эрудит» постоянно принимают участие представители 9. В город над Бугом приезжают и из районных центров, близких географически, и даже из Столина. Интеллектуальному турниру уже более 10 лет, и за это время он успел стать своеобразным брендом, который объединяет людей увлеченных, стремящихся к знаниям и общению. Когда мы их приглашаем, мы ставим перед собой определенные цели. Конечно, это формировать у них свою познавательную деятельность, развивать свой интеллектуальный потенциал. В первую очередь создаем условия, чтобы они проявили свои знания, навыки. Вот. Но неотъемлемой частью является, в первую очередь, общение. Простое человеческое общение, которого, к сожалению, сегодня так не хватает. Организаторы турнира признаются, с каждым годом готовить конкурсную программу становится все сложнее. Уровень участников растет. И вместе с ним, а в чем-то и на опережение, должен расти и уровень турнира, чтобы было интересно и азартно. Сами конкурсанты утверждают, что легких проходных вопросов и заданий они не припоминают, но в своих силах уверены и настроены на победу. Цель игры – узнать что-то новое, возможно, пообщаться с людьми такими, как я сам, узнать, как у них жизнь протекает в наше сложное время, рассказать немного о себе, что я делаю и чем занимаюсь. Мы приехали из Барановичей, участвуем не первый раз, состав команды периодически меняется. Приехали прежде всего для того, чтобы победить, а если не получится, то хотя бы поучаствовать. Всегда очень приятно приезжать к вам в Брест специально, специально мы не готовимся, но каждый в своей области получает какие-то знания в процессе общения с окружающим миром. Победители турнира, команды, занявшие первое, второе и третье места, получат не только звание лауреатов и дипломы, но и денежное вознаграждение, а также призы от Брестской областной организации Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Особо будет отмечен и самый эрудированный игрок всего конкурса, участник, который даст наибольшее количество правильных ответов.